بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие братья и сестры как мы обещали в прошлом обращении что мы расскажем хорошие новости в ближайшие 2-3 недели иншаллах мы объявляем сегодня что мы здесь открыли исламский культурный центр просветительский и первое что мы на этом открытии сделаем мы сюда пригласили шейха Халида Ясина чтобы он выступил с наставлением, с насихой для русскоязычных мусульман. И все, кто хотят увидеть шейха Халида Ясина, послушать его лекцию, мы приглашаем сюда, в Стамбул. Любой может приехать 21 сентября. Здесь зал мы сегодня договорились, сняли. Ждем вас, и, иншаллах, там мы все представим еще новые хорошие проекты, которые мы хотим уже делаем и которые хотим начать. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزار والتبياني ألم ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزار والتبياني يا لائمي عذرا لتكرار الأذى فاسمع مقالي واقتسم أحزاني يا نائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم احزاني رحل الهزاب رعى للحياة مفارقا دنياه لم يرك العيش Более 5000 приняли ислам. Более 30 лет в призыве. Впервые в Турции. Лучший из вас перед Аллахом свят он и велик, это те, которые имеют больше всего страха перед Аллахом. Он сказал, пусть тот, кто верит в Аллаха в судный день, говорит благое или молчит. Мы, мусульмане, мы лучшие. Мы сливки общества над всеми религиями во всем мире. Он или она должны обладать знанием, чтобы зажечь пламя имана. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, дамы и господа, это ваш брат Халид Ясин. Я обращаюсь к вам из Калифорнии, США. Мы с нетерпением ждем поездки в конференц-зал Халидж. Это очень красивый, современный комплекс в Стамбуле. 21 сентября обещает быть очень запоминающимся событием для вас и для нас. Мы надеемся встретиться с вами там. Удачного вам дня! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, мы рады вас приветствовать на открытии Исламского культурного центра в городе Стамбул в зале Халидж 21 сентября 13:30.